Партнер програми «Бардачок» – Харківська муніципальна страхова компанія. Мы повертаем вытраченные гроши. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы смотрите очередной выпуск программы для автомобилистов «Бардачок». И на ваших экранах снова я, Александр Трепетин. На минувшей неделе в Харькове состоялось давно ожидаемое мероприятие. Первый авторетро-слет, в котором принял участие свыше сотни машин из разных регионов страны. Авторетро-мероприятие, надо признать, в нашем городе не редкость, но харьковский авторетро-слет отличается от привычных выставок на площади в первую очередь масштабом. Все 400 метров дорожки стадиона авиазавода были заставлены техникой разных лет выпуска, разного состояния, разной степени аутентичности. Организовали все это действие члены клуба «Ретроград». Надо признать, что для первой городской выставки такого масштаба получилось очень неплохо. Конечно, львиную долю из показанной техники составляли машины харьковчан. Но следует признать, что многое из показанного на стадионе «Старт» видеть раньше не доводилось. Взять хотя бы экспозицию первого харьковского музея транспорта. Ну, в запорожцах ничего необычного, кроме их состояния, нет. А вот помесь ЗАЗа с Ламборджини – это впечатлило. Если судить по количеству представленных моделей, то наиболее популярной у владельцев антиквариата является «Волга ГАЗ-21». Этих машин было вокруг футбольного поля, ну, очень много. Всевозможных цветов и модификаций, в оригинальном состоянии переделанных на современный лад. По моему мнению, настоящей жемчужиной в этом ряду «Волг» был универсал ГАЗ-22, восстановленный до 100% аутентичности. Такие модификации 21-го «Волги» были очень редкими даже в годы производства. Частные руки не продавались совсем, за одним исключением. Подобной машиной владел Юрий Никулин. Более поздние продукты советского автопрома на выставке присутствовали в изобилии. Уже не раз говорил, что привычные всем «Жигули» первых лет выпуска на законных основаниях теперь относятся к антиквариату. Есть специальный термин для машин старше 30 лет, но еще не перевливших в полувековой рубеж. Они называются «янгтаймерами». И владеют сейчас такими авто, как правило, отнюдь не первые владельцы. Потому и отношение к машинам очень разное. От тщательного поддержания в оригинальном состоянии до радикальной перестройки в стиле хай-тек с модными фишками и примочками. Ну что ж, на вкус и цвет. На фоне этого разнообразия и смешения островами чопорности и респектабельности смотрятся экспозиции гостей города, запорожских и днепропетровских автомузеев. По-настоящему редкие машины, идеальное состояние и неповторимая аура эпохи. Особенно понравились итальянские модели первой половины 20 века. Американские дредноуты вызывают совсем другие чувства. В первую очередь, как это ни прискорбно, зависть. Когда в СССР, да и в Европе доступны были только малолитражки, американцы ездили на шестиметровых красавцах. Кстати, о Европе. Еще одно яркое впечатление – фольксвагеновские бусики. Наибольшей популярностью у зрителей пользовался вот такой себе магазинчик на колесах. Думаю, не только из-за того, что в нем продавалось. Очень стильно, надо признать, даже мангал напоминает об эпохе хиппи. А вот более свежая версия транспортера, побывавшая в умелых руках харьковского владельца. Радикально переделанный салон, другой более мощный движок и минимальные отличия снаружи. На выставке помимо автомобилей было много и двухколесной техники, как с моторами, так и без. Значительная часть из этой экспозиции – полноценный антиквариат. А то, что под определение антиквариат не попадает, отлично вписывается в категорию экзотика. Одновременно с выставкой старой и старинной техники в рамках харьковского авторетро-слета проходило мероприятие для поклонников современных технологий – состязания по автозвуку. К счастью для зрителей, проходили они чуть в сторонке, иначе динамики претендентов на победу в этой номинации запросто заглушали бы мощный звук от сценической аппаратуры. Суммарная мощность содержимого багажника в этих авто запросто перекрыла бы рев взлетающего лайнера. Кстати, некоторые из этих самых громких машин и выглядели очень достойно. Вот такие впечатления остались у меня после посещения первого харьковского авторетро-слета. Понравилось очень, и я рад, что в Харькове наконец-то смогли провести мероприятие такого уровня. Думаю, в следующий раз получится еще интереснее. Электрификация автотранспорта в Украине выходит на новый уровень. В продаже все чаще появляются машины с электроприводом, вполне сопоставимые по потребительским свойствам, да и по цене с привычными авто. Сегодня я расскажу о впечатлениях одного из тех, кто уже достаточно много проехал за рулем собственного электромобиля.
Андрей приобрел электрический Nissan Leaf компании Auto Enterprise в конце января этого года и уже успел проехать за рулем этого автомобиля свыше 7 500 километров по харьковским дорогам. Машина у меня... Там у меня их было, честно говоря, не одна. На сегодняшний день у меня и Mazda CX-9 есть, и Hyundai AX35. То есть, ну, есть у меня машина, на которых можно ездить. Я пересел, потому что, вы знаете, большую часть времени ездишь по городу, а пробки и все остальное очень много сжирают бензина, и тяжело ставить ее, потому что большую машину в центре города поставить практически очень тяжело. Проехался. Посмотрел, да, действительно понравилось. Ну, еще даже попросил ребят, они вот даже мне пошли навстречу, они как бы взяли предоплату и дали мне на несколько дней ее просто поехать, вот чтобы я для себя понял, нужен мне этот автомобиль или нет. Насколько выгоден такой автомобиль? Чтобы было для удобности расчета, возьмем машину в среднюю 10 литров, да? Возьмем стоимость бензина, чтобы было удобно считать, 20 гривен, да. Без копеек. Вот смотрите, я заправляюсь, ну, заряжаю автомобиль на заправке, вернее, на стоянке, а там уже промышленное электричество, следовательно, я плачу не по 60 копеек за за киловатт, как, допустим, в домах сейчас на сегодняшний день. А плачу рубль 70. Батарея Nissan емкостью 24 кВт. 24 на 1,7 это 48 гривен. На 140 км. На 100 км затраты 29 гривен. Давайте возьмем любой автомобиль с 10 литрами. Это 200 гривен. Да. Вот и считаем разницу. Разница составляет 170 гривен на 100 км. Таким образом, проехав на сегодня 7 500, владелец электромобиля сэкономил 12 750 гривен. И это только на топливе. Про немалую экономию на техобслуживании я рассказывал в прошлом выпуске «Бардачка». Но не экономия единой привлекают современные электромобили. Поведение на дороге того же Nissan Leaf не может не понравиться. Динамика машины больше, чем достаточная по городскому движению. Уровень комфорта здесь для меня было неожиданностью. То есть я считал, Nissan это, ну, такая машина, скажем так, среднего класса, рассчитанная больше на бюджетный, скажем так, на бюджетного покупателя. Но приятно был удивлен. Во-первых, она мягкая. Во-вторых, за счет того, что у нее батарейка расположена внизу, у нее развесовка более правильная, то есть у нее нет более нагруженного переда, чем сзада. То есть у нее из-за этого она сама по себе становится мягче. То есть правильная развесовка, правильно подобранные, я не знаю, там узлы, агрегаты, запчасти. То есть вот все вместе дает плавность хода и мягкость движения по нашим дорогам. Однако в любой машине обязательно можно отыскать и недостатки. К таковым для электрических авто, хоть и с натяжкой, но можно отнести неразвитую пока сеть заправок. А если рассчитывать только на собственную розетку, то нужно понимать, что для правильной зарядки электромобиля электросеть должна отвечать определенным нормам. Если у вас тонкие провода, у вас машина заряжается дольше и не дозаряжается. Следовательно, вы будете проезжать гораздо меньшее количество километров, чем это нужно. То есть я столкнулся с этим относительно недавно, проехал в магазин, купил хорошие провода, купил очень хорошую розетку. Вывел прямо напрямую от счетчиков, без всяких там, то есть прямой провод, 3 квадрата и все. У меня машина стала заряжаться правильнее, она стала заряжаться быстрее. То есть если раньше она заряжалась 6,5-7 часов, сейчас она заряжается за 5 часов. А еще, как оказалось, электромобиль повышает безопасность движения, потому что отучает резко рвать с места. Хоть и вполне способен на такое. Чем сильнее давишь на газ, тем меньше получается максимальный пробег. Ездя в спокойном режиме, соблюдая правила движения, вы проезжаете на 20-25% больше, я уже сам по себе заметил, чем вы ездите в режиме резкого ускорения, резкого торможения. Приборы Nissan помогают выбрать оптимальный режим движения, подсказывая, куда уходит энергия и на чем можно немного сэкономить. В том режиме, в котором мы с Андреем ехали по городу, ползли в светофорных тянучках возле Барабашова, получилось, что на 1 киловатте проехали более 7 километров. Достойный результат. И в заключение напомню, что компания Auto Enterprise, продающая электромобили в Харькове, предлагает тест-драйв своим потенциальным клиентам. Можете самостоятельно оценить, подходит ли вам электрический авто. Подробности на Академика Павлова 271А. Обращайтесь. Еще одно интересное мероприятие прошло на минувших выходных. Причем было оно настолько интересным, что я едва не опоздал на ретро-слет. Просто не мог оторваться. И называлось это действо «Писачин Триал».
Песочин Триал до сего дня проходил осенью, на День автомобилиста. Однако в этот раз организаторы, компания Trophy Style, решили, что и в начале лета подобное состязание будет не менее интересно. Пожалуй, с этим спорить трудно, ведь внедорожные соревнования сейчас проводятся не очень часто. И обладателей полноприводных авто привлекает каждый повод выгулить свою технику. Вот и в этот раз количество машин на старте превысило 30, что для региональных соревнований очень даже немало. Как это принято во внедорожных дисциплинах автоспорта, участников разделили по категориям в зависимости от степени подготовки автомобиля к бездорожью. Те, что максимально близки к серийным собратьям, попали в группу рейд, а те, которые серьезно переделаны владельцами для штурма преград, отнесены были к категории хард. А вот самим форматом Песочин Триала произошли заметные изменения. В данной трассе мы попытались совместить лучшие традиции трофейные, то есть вода, грязь, болото, ямы, колея и все остальное, и есть элементы триала. Вот. Ну а для того, чтобы можно было обогнать, мы сделали широкий коридор и очень маленький разрыв на старте. По 10 секунд всего они уходили друг от друга. В отличие от других подобных гонок на бездорожье, где машины выходят на старт по одной заметным интервалом, организаторы Песочин Триала решили выпускать на дистанцию автомобили всего лишь 10-секундными паузами. В итоге экипажи шли очень плотной группой. Такое было не просто для пилотов и очень интересно для зрителей, ведь плотная группа подразумевает борьбу на трассе не только с преградой, но и с соперниками. Как оказалось, с преградами бороться сложнее. На финишном участке, представляющем собой особо пересеченную местность, начались проблемы у длиннобазных машин. Там, где короткие Нивы и Самураи проскакивали, не цепляя грунта, длиннобазные Спортиш или Паджеро просто повисали на переломе профиля трассы. Повисли, рано или поздно проехать получится. Однако узкий коридор и плотная группа участников превратили банальную внедорожную трудность в серьезную проблему. Образовалась настоящая пробка. Разумеется, экипажи застрявших внедорожников пытались всяческими способами, порой весьма экзотическими, освободить из ловушки свои машины. Но остальным ждать было некогда. Каждая секунда на счету. Поэтому самые смелые пошли в объезд. Некоторым повезло проскочить. А одной из них, увы, не повезло. Смотри, опа! Есть! К счастью, при перевороте никто не пострадал, досталось только машине. Сыграло свою роль строгое отношение организаторов к безопасности мероприятия. Основным моментом, который всегда становится во главу угла у любого организатора, это безопасность. Почему? Потому что важнее, главнее нет. У нас есть это наши участники и гости. И, скажем так, ни на какое зрелище, ни на какие уговорки мы на компромисс пойти не можем, потому что безопасность – это всегда прежде всего. Пока перевернувшуюся машину усилиями маршала возвращали в нормальное положение, пробка выросла еще больше. А маленькое расстояние между застрявшими автомобилями не позволило быстро освободить объездные пути. Зато зрителям наблюдать все это со стороны было очень интересно. В результате такой пробки в выигрыше оказались те экипажи, которым посчастливилось проскочить до ее образования. Остальные вынуждены были догонять. И сделать это было непросто. На трассе хватало других не менее сложных участков, при прохождении которых приходилось поневоле терять время из-за какого-нибудь застрявшего соперника. И хорошо, если только время. Бывало и такое, что терялись отдельные элементы кузова. С каждым кругом, проходимым участниками, возрастала скорость движения, пилоты приноравливались к препятствиям и меньше тратили время на их преодоление, но не везде. Два маленьких болотца, которые на первых кругах проскакивались практически ходом, с каждым кругом становились все сложнее. Колея быстро углублялась, а жидкая грязь, взбитая мощными грунтозацепами внедорожных колес, становилась скользкой. Особо напряженная борьба с бездорожьем развернулась на открытом участке, где наблюдать за ней не мешали густые заросли. Машины и штурманы после форсирования этого болота становились одного цвета. Именно в этом месте отлично проявилась одна характерная черта внедорожных соревнований – взаимовыручка между соперниками. Только благодаря такой помощи конкурентов получилось преодолеть болото в некоторых экипажах. Здесь же была видна и разница в уровне подготовки команд. Опытные джиперы прорывались через болото без потерь времени. А тем, для кого подобные приключения в новинку, приходилось обращаться за помощью. И что приятно, помощь приходила всегда. Прохождение круга фиксировалось судьями. За 2 часа нахождения на трассе победителям экипажу номер 37 удалось сделать аж 16 кругов. Честно говоря, думал, лучший результат не превысит 10. Молодцы ребята. И это только категория рейд. У харда трасса была еще сложнее, но наблюдать вторую часть Песочин Триала у меня, увы, не получилось. Жаль, конечно, однако и того, что увидел, было достаточно. Заряд позитива получен мощный. Вот и все на сегодня. Очередной выпуск «Бардачка» подошел к концу, и мы расстаемся, как обычно, на неделю. Не забудьте включить ваш телевизор на наш канал в это же время. Ну а пока я, Александр Трепетин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго, ни гвоздя вам, ни жезла.